Здравствуйте, дорогие наши друзья и гости нашего канала. А я сегодня занималась пикировкой, земельку смешала с гумусом, конечно же, с золой. Все это хорошенько перемешала и вот попикировала свои помидорочки. Ну, так ничего, вроде бы нормальные. Посмотрим, как они будут. Ну, я немножко места оставила, чтобы... Если что, для подсыпочки, потому что обязательно они вытянутся немножко. Ну вот, такая у нас рассада получилась. Будем ждать урожаев. А у нас вот такое солнышко, теплота. Мы с Мишей пошли гулять. На улице действительно 15 градусов, но я так думаю, что на солнышке 20. Потому что тепло. Вот у меня тоненькая-притоненькая кофточка. Я вообще абсолютно не чувствую никакой прохлады. Очень тепло. Так все по-весеннему. Какие-то цветочки маленькие стали распускаться. Вообще просто классная сегодня погода. Надеюсь, что больше так уж кардинально она не изменится. Но посмотрим, что будет. Ну, все-таки уже март заканчивается, скоро апрель. Весна-то когда-то должна прийти. Ну, не в мае же ей приходить. Ну, посмотрим. А вообще сегодня очень хорошая погода. Просто супер. Мне очень нравится. Вот сейчас поснимаю наш сад вам. А у нас уже такая теплота. И потом недельки через две его сниму и покажу, какой он будет красивый. Загляденье. Зазеленеет, зацветет, красота будет вообще. Но это в том случае, если погода постоит теплая. А если снова задуют ветра и холода, то ничего здесь не зацветет через две недели. Ну, в этом году не. Вон. Трактор что-то делает. Не знаю, опрыскивает, наверное. В общем, работы уже начались весенние. Фермеры вышли, работают, опрыскивают. Такое солнышко, такая красота прям. Вообще, мы что-то решили дать кружок сегодня побольше. И пошли еще подальше погулять. Просто такая погода, ветра нет, тепло. Вот я не знаю, я же говорю, на градусов 20, наверное, точно. Такая погода весенняя, друзья. У кого сейчас за окном зимние пейзажи, я вам дарю вот это солнышко, прекрасную погоду. Весна – это все-таки чудо, поэтому уже так хочется, чтобы оно к нам пришло ко всем. Я вам дарю вот это солнышко, весеннюю погодку, и пусть это солнышко придет к вам, и у вас тоже станет тепло по-весеннему. Встретили здесь девочку, разговаривали с ней, немочка. Говорим, что это такое? Она говорит, а это, говорит, можно здесь какие-нибудь партии делать, грилить. Снимаешь это, и можно праздновать здесь день рождения. Ну, в общем, вот так. Но сейчас, говорит, все закрыто, потому что короны. Ну, говорю, ну да, сейчас все закрыто. Вот такая девочка разговорчивая оказалась. Ну, вот, а здесь... У них прям гриль настоящая. О, какая. А все равно пользоваться нельзя. Ну да. А так ничего, неплохо, между прочим. Можно было. И это среди леса. А вот, кстати, написано, что нельзя разжигать и ничего делать. Ну, в общем-то, неплохое место. День рождения отметить или какой-то праздник. Вот здесь даже написано, что парковаться можно тем, кто приехал сюда погрилить, мусор за собой убрать. В такую прекрасную погоду хочется взять рюкзачок, положить в него что-нибудь съестное, вкусное и отправиться куда-нибудь на дальнюю прогулку, на полдня уйти. Где-то остановиться, посидеть,
открыть свою корзинку или рюкзачок и просто посидеть, послушать, как поют птицы. Так здорово вообще. Просто прекрасная погода. На этих выходных Мишанька будет выходной, и наши мишки поедут в лес, будут пилить дрова, заготавливать, потому что погода уже хорошая установилась, и надо начинать заготовкой дров заниматься на зиму. Вот они поедут в лес. Не знаю, посмотрим, может быть, я тоже с ними съезжу. Посмотрю, поснимаю, как они там будут пилить, чего. Вот из леса мы вот здесь вот вышли и уже пришли на окраину нашей деревни. Вот такой мы сделали сегодня кружочек хороший. Прогулялись хорошо. В общем, день сегодня у нас неплохой. Ну, привет, друзья мои. А что вы сегодня на нас не лаете? И не сердитесь нисколечко. А? Приветик, Лохматушкин. Эй, не хотите сердиться сегодня, нет? Вот такие у нас друзья. То бегут и лают, то не хотят сердиться. Вот так. Смотрите, как украсили дерево. Каких только игрушечек не навешали. Красота. А под деревцем зайка лежит. Нога на ногу. И нарциссы распустились. Красота. А тут вон, как деревце все обвешали. Красота тоже. Да, красота-то какая кругом. Смотрите-ка. И фиалочки уже цветут. Ну, в общем, как всегда, мы с Мишей вышли гулять, и я все снимаю. Вот какие-то кустарнички начали цвести. Сегодня у нас 17 градусов, тепло. Вот и нарциссы начинают распускаться. В общем, весна потихонечку идет. Такие полянки красивые. Камешками как выложили все. Здорово. Подстриженные деревца. Вот такие виды. И форзиция уже начинает зацветать. А тут прям какая-то волшебная сказка. А вот он и зайка стоит. Цум-остер. К Пасхе. Смотрите, как по-весеннему цветочки распускаются. Ну, какие деревья. Интересно. Надо же было так сделать их красиво. Вообще так смотрится здорово. Вот видите, как украшают люди зайками. И даже на окне у них висит яйцо остерн. Ну и здесь тоже. Видите, какая красота. Скоро все как зацветет. Вот будет красиво вообще. Подстригают. Заборчик красиво. Смотрите, целая полянка цветов. Это уже лес. Ну вот, а это карта натурпарка. Здесь у них всякие статуи везде стоят. И деревянные, какие хочешь. Ну, в общем, дорожки везде разрисованы. Как ходить, куда, где. Здесь вон крокусы уже цветут. Нарциссы начинают распускаться. Красота какая просто. А зимний сад вообще чудо.